складывается. Ну и напоследок, вот Ярослав говорит книгу, а вот, ну, вот книга моя, это «Народный капитализм», да? Вот. Я считаю, хорошая такая. Вот. Я, как говорится, вот этим, там я стал смотреть, и появились какие-то западные комментарии, что молодежь украинская схильна там до социализму, блин, да еще какой-то социал-либерализма, прочей какой-то глупости, социал-демократии, либеральной демократии. Я вам приведу слова Людвига фон Мизеса, да, вот это он во Львове родился. Есть австрийская школа, ее центр в Лихтенштейне находится. Я неоднократно с дочкой, мы туда ездили на конференцию, там выступала, ее князья эти приглашали там. Так вот, смотрите, приведу вам его положение. Несмотря на враждебность, это он писал еще это, вот это ж когда эта дрянь социалистическая поднималась в начале 20 века. Несмотря на враждебность со стороны правительств и масс, во Львове родился, население, капитализму удалось удержаться и доказать, что он является единственно возможной системой социальной организации общества. Я подчеркиваю, единственной возможной системой социальной организации общества. Нет ему альтернативы. Все промежуточные формы социальной организации, послушайте, бесполезны и на практике оказываются саморазрушающими. Это про Китай, про Северную Корею, про Кубу, про Советский Союз, про Россию эту со всеми делами, Московию гребаную. Так? Существо и основа всего капиталистического общественного порядка, смотрите, частная собственность на средства производства, дорогие мои. И люди должны крепко держаться за институт частной собственности, чтобы не навредить как своим собственным интересам, так и интересам всех остальных. Смотрите, что этот гад сделал, этот карлик, прыщ этот Путин. Он как раз уничтожает частную собственность, народную нашу украинскую частную собственность, малого и среднего бизнеса. Транснациональным компаниям им полегче в этом плане будет. Смотрите, или частная собственность на средства производства, или голод и нищета для всех. А? Вот вам моя книга, она как бы есть, ее можно найти, вот «Народный капитализм». Может, надо сделать вот эту, как там сейчас в интернете делают, этот, чтобы ее можно было через интернет реализовывать.